Возможно, внутри есть еще. Ждите здесь, парни. Кто-то тут спешил. Человек-паук! Ты ранен? Я да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и силой увели к нему домой. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Ты слышал? Встал это! Рад, что вы здесь. Могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. И вы тут работаете! В этом здании к охране парковки относится очень серьезно! Хорошая драка. Пятерка за старание. Лифт не вариант, они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Тебе мы уйди! Дэнти не у Ита! На месте. На свет не выползаем. Высокое здание. Зажигательный? Серьезно? Быстрей! Вот ведь! Нехорошо. Это Стэндиш. Ладно. Что теперь? Вводи свой пароль. Тасса, сба. Бедь туда.
Он, кажется, нервничает. Стоит вырубить его. Отбой! Смешно, Пит. Ладно, все чисто. Надеюсь, Стэндиш в порядке. Еще разок. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Давай, давай! Стойте! Этот лифт! Сейчас! Почти достал! Старайтесь падать медленно! Есть! Порядок? Да, наверное. Ага, да.
Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? А, Юрий? Ну ладно. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь. Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилани. Сообщение от Дока. Прости за поздний звонок, но меня просто разбирает эта идея. Мы думали слишком мелко, Питер. Зачем заменять потерянные конечности их копиями, если можно улучшить их? Разумеется, люди, потерявшие руку, мечтают вернуть потерю. Но мы можем дать им кое-что лучше. Не обязательно придерживаться стандартов человеческого тела. Мы можем пойти дальше. Нужно это обдумать. Док очень воодушевлен. Лишь бы не перегорел. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Нет, но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше в адской кухне. Можно вызвать саперов, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника? Да, понимаю. Дефицит бюджета и все такое. И? Пожалуйста, посмотри, а? Ага, волшебное слово. Я надеюсь, это научный проект какого-то школьника. Как я скучаю по тем временам. Школьные проекты были проще реальных.